Твери проходит приемка дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас рабочая комиссия провели приемку на улице Маршала Конева на участке от улицы Бориса Полевого до улицы Первая Республиканская и Односторонней. Специальная комиссия провела проверку выполненных работ на соответствие нормативам и проектной документации. Все выявленные замечания передаются подрядной организации для устранения в установленные сроки. После сообщения подрядчика о готовности объекта сдачи будет назначена дата выезда межведомственной комиссии на приемку. На данных объектах выполнены работы по ремонту покрытия проезжей части автомобильных дорог, произведено фрезерование, укладка выравнивающего слоя, укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также выполнены работы по нанесению дорожной разметки в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения. В 2024 году на данных объектах запланированы работы по ремонту тротуаров. Кроме того, сейчас завершаются работы на улице 2 Грибоедова, 2 Красина, Жигарева. В ближайшее время здесь также пройдут рабочие комиссии.